С плоскогубцами на дело. В одной из многоэтажек Кировского района злоумышленник пришел утром, уверенный в том, что жильцы уже на работе. Но уйти незамеченным у него не получилось. Местные жители заподозрили неладное, как только увидели, что в их доме кто-то снял радиатор отопления. Вот эти радиаторы стояли возле этой стенки. Два радиатора. И он вот подошел, как раз я стою тут, зять у меня стоял там внизу, мы с ним разговариваем. Подходит этот мужчина, который снимал радиаторы, и так его за плечо отодвигает, говорит: «Позвольте, я пройду, заберу свои трубы». Но мы поняли, что этот человек, который снимал, пришел забрать их, видно, искал машину, на чем вывезти. Добычей 31-летнего горожанина стали 4 радиатора, установленные в подъездах дома. Ущерб оценили в 6 тысяч рублей. Как выяснилось позже, проникнуть в дом гражданину не составило труда. В одной из квартир он делал ремонт. Решил утром выпить, пошел, скрутил трубы. Сдать их не успел, потому что был задержан местными жителями из этого же дома. По словам граждан, мужчина сразу же признался в содеянном и упрашивал отпустить его. Но бдительные жильцы дождались наряда полиции и передали им злоумышленника. Отделом дознания, отдел полиции номер 3, в составе управления МВД России по городу Саратову, в отношении гражданина 1989 года рождения, возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет. За оказанное содействие сотрудникам органов внутренних дел в раскрытии преступления начальник городского управления полиции Андрей Чепурной вручил гражданам благодарственные письма, после чего сотрудники кадрового подразделения устроили для гостей экскурсию по музею управления МВД России по городу Саратову. Эллада Абжалимова, Евгения Лукьянова, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.